Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Ханова Татьяна Геннадьевна, я руководитель новой магистерской программы «Управление дошкольным образованием. Семейное образование». Уникальность нашей программы заключается в том, что наш выпускник получает сразу две профессии. Во-первых, это специалист высокого уровня в области управления дошкольным образованием. И во-вторых, педагог-консультант по вопросам семейного образования. Компетенции, которые осваивают наши студенты в ходе обучения на программе, позволяют им по ее окончании открыть свой развивающий детский центр или центр дополнительного образования, частный детский сад, консультативный центр по семейному воспитанию для родителей. Наш выпускник сможет работать руководителем дошкольной образовательной организации, заместителем заведующего, методистом, старшим воспитателем, социальным педагогом. Кроме того, он сможет занять должность в системе домашнего образования, например, домашний наставник, гувернер, а также в системе органов государственного управления образованием. Сможет преподавать дошкольную и семейную педагогику. Наша программа модульная и включает в себя блок профильных и базовых дисциплин. Первый модуль «Методологические основы семейного и дошкольного образования» включает в себя изучение таких дисциплин, как социальная психология образования, проектирование экспертизы образовательной среды, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в семейном и дошкольном образовании. Второй модуль – научно-теоретические основы семейного образования. Предполагает изучение таких дисциплин, как психология семейного конфликта, семейная педагогика, психология компетентного родительства и ряд других важных практикоориентированных дисциплин. При изучении третьего модуля – научно-теоретические основы управления дошкольным образованием – выпускники осваивают такие курсы, как нормативно-правовое обеспечение дошкольным образованием, научные основы управления дошкольным образованием, моделирование программ и многие другие. Наши студенты обучаются на базе высокотехнологичного ресурсного центра дошкольного образования, оборудованного современными технологиями. С самого начала обучения наши студенты вовлечены в научно-исследовательскую деятельность, участвуют во всероссийских и международных конференциях, форумах, профессиональных конкурсах и олимпиадах, публикуют свои научные статьи в серьезных научных журналах. На нашу программу выделено 15 бюджетных мест. Количество коммерческих мест не ограничено. Формат обучения очный. Срок обучения 2 года. Чтобы поступить на нашу магистерскую программу, необходимо пройти письменное тестирование, подготовить эссе и портфолио. Уважаемые абитуриенты, я надеюсь, что эта информация вас заинтересовала, и мы с вами увидимся в стенах Мининского университета.